Сейчас я больше по постройкам здесь буду. Вы там пока делаете, я попробую локацию. Мы здесь пытаемся объяснить все, что можем. Да пока я в ходе игры разберемся что-нибудь. Мы тебе, если что, подскажем, ты спрашивай. Мы играли. Да. Я не так уж и давно, я могу каждый день играть. Да, ВПФХ вообще какие-то ульи дел профессиональные. Это ж легко. Что там ульи делать? Там просто главное под ульем поставить. Костер. Он в модах там. По моды. А, про моды. Да. Какие моды? Именно. Ну, да. Мне, пожалуйста, пробеги один мне скучный и страшно. Стоит. Ким, ты до сих пор потерялся, да? Что ли? Знаешь, где мы? Сейчас по блоку. Могу я тебе сказать по местности? Как карту открыть? Я не знаю, как. Мы не знаем, как карту. Ой. Напиши это, пропиши команду быстро и телепорт. Ой, Ким, мы ой, тебя просто потеряли, сколько можно, страшно. Пиши слэш. Мы все здесь. Вроде как команда телепорта пишется вот так вот. Николаус, мы чем быстрее блоки ломать? Чтобы ни руками не было. А, песок лопатой. Как бы копать, да, вот? Ага. Во, пошло дело. Вот это команда, и только без пробела пишется перемещение. Не-не, это тут ТПА или кал. А, ТПА? Команда. О, да. Вернулся блудный сын. Принес дерево. Давай это, помогай, сейчас будем строиться. А у меня, кстати, 11 я не могу, кстати, подобрать баллов, прикинь. А как подбирать? Какая кнопка подбирать? А, во-во-во, пошло дело. Не, просто встать и... Да что-то он сразу не подбирал. У меня 12 тысяч баллов, прикинь, классно как. Где наша хата? И строится в процессе. Сейчас будем делать. Выравниваем землю здесь, сейчас будет красиво. А у меня только загрузка. И сложно сказать, мы где-то, где нету никого. Сейчас. Выравнивай это по блокам. Сейчас выровняемся. Будет такой хороший момент. Там, слышишь? Да. Там много загрузок? Штуки 4. А ну, у меня только вторая идет. Они все такие долгие. Нет, ты там уже начал играть начал, да? Нажал. Или что? У меня уже вторая загрузка идет в игру. Загрузка игрового клиента. Вторая. Так, нам надо как-то выровнять эту площадку. Дерево пока ставим. А ты решил так? Я просто сюда скину пока что. Блин, конечно, надо чекнуть команды серва просто, как тпхаться. Слушай, на сайте есть... На сайте? Да. Вот это дерево не трогайте, пока пусть стоит. Сейчас что-нибудь придумаем. Тут сетхом, по идее, тоже есть. Сейчас проверю. Песок. Да, сетхом есть. А, вот, нашел. Хом есть, сетхом есть. Хомалист есть, делхом, спавн. На русском можно спавн написать, прикинь. Да? РТП. Фига себе, вы все эксперты, блин. Все знают. ТПА, вот. ТПА или кол? ТПА или кол для того, чтобы переместиться. Так, просто к ним на сайт сейчас зашел. На сайте все расписано, по-моему, да. А, ты получаешь информацию, там написано было. Спаун, короче, если ты не включишь, типа, то как бы ты начнешь писать спаун на английском, но у тебя не переключен язык, это тоже зачтется как спаун. То есть, если... А, Николай, у тебя, короче, лопаты, кирки и это, топор. Хватит. Чё ты? Да чё, ты чё, сам не можешь? Я пока в процессе строек, мне некогда. Что, у нас будет песок? Да, да, такие проблемы. Чё ты? Чё за раздвоение инвентаря? Не знаю. Серег, почему у тебя на стриме два инвентаря? Нормально. Почему два инвентаря? Не, ну в нижней части там. У него, короче, вторая часть типа есть. Не совсем вот понял, о чем ты. Да? А, типа их меньше должно быть? Так, у тебя не должно быть их. Не, почему-то у тебя на стриме. Оно дублируется, да. А у него вообще нижняя часть, да, дублируется? Я понял, понял, про что. А, вот, ну. Ё-моё, это долго. Я за это время успею пойти вниз,
Вы хотите песок скопать или что? Не пойму. Выровнять площадку? Землю. Сейчас выровняем. А, не землю, видишь, выкопали и теперь песок стоит. Я понял. Вы до скольки будете играть? Да пока играем, не знаю, слушайте. Нахрена нам песок? А чё надо, По X без понятия, ты понимаешь, без вообще малейшего. Можно было дерево вставлять просто площадку и все. А вы взяли какие-то еды? Фига там, себе. Там же где ставят. Вы брали или нет? О, я взял. Да. Давай, половину скинул. Ой, я просто все потерял, абсолютно. У меня подписки нету, делаем вот так. Ты ж не пофиксил, да, это? А там сразу отображается, если... Нет, нормально все. Работает. Оно так и должно, оно вообще запланировано так было. Не у всех же есть подписка. Я сейчас чекнул. А, кстати, надо прописать рыбалка. Папык, что там говорил про дерево, говорил? Почему песок, а дерево? Я, кстати, тебя еще погромче сделал. Я тебя и так погромче сделал уже на всю что-то. Уже 190. Можно очень дерево расстакать. Можно... Отличная работа. Ой, последний уров, морская звезда. Ты имеешь в виду то, что дерево больше просто, поэтому? Или... Я говорю, у нас до... Ну вот, да, я понял. Да и как я просто выравнивал под цвет, я понял. А нафига нам этот песок? Мы же не будем на песке сидеть. Да. На песке. На песке. Ну тут вообще нормально, красивенько такой вид. А снизу вы что там делаете уже? Что-то не нравится. А, уже снизу огород вы поставили, нифига себе. Что-то не нравится, идите в КС-ку. Вы уже тут ярусы себе бахаете, понятно. Уже комнаты распределяете. Это огород. Куда ты прыгаешь? Разобьешься. Фига себе, там солнце квадратное. Нижнюю открой. Нижнюю открой, да. Да, только там задержка уже, я давно наверху. А, кстати, я... Почему ты не закрыл за собой, слышишь? Давно наверху. Сколько у тебя задержка на стриме? 3 секунды. Так много. А, кстати, смотри, сзади. Я что-то сделал? Обтесал. А, чтобы это... Не трать топор на обтесывание. Давайте, потом... Николаус, ждем тебя, топоры нужны, сколько можно-то. Сделай топор. Нет, ты должен заняться этим профессионально. У тебя 55 бревна. Такая... Надо этим строить, сделай из них доски, у тебя будет 2 раза больше досок. 4 раза. Там, 4 раза даже. Где это делать? На вертаке, да, тоже? Да. В печке? Просто инвентарь открой. Так. Инвентарь просто открой, засунь вот эти брёвна. В создание, да, в создание, понял. Ты получишь 4 раза больше, чем у тебя есть на данный момент блоков. У тебя есть палки. Засунь 2 палки посередине. И 3 и сделай такой крюк. Короче, фиг, сделай ему топор. Железо. Спасибо. Спасибо. Вот, доски. Я потому что умру ему объяснять, как это делать. Ну, я думал, поделите, я не помню уже. Как-то ты имел в виду вот эти палки, да? А что с палками? Там, наверное, еще что-то нужно дополнить. Нет. Взять вот эти бревна, которые ты используешь для строительства зачем-то, засунуть их в этот крафт, создание вот это, не палки, а бревна. Ну, тут 3 получается создания, дупы эти, типа, или нет? Или все-таки нет? Ладно, сейчас это, погоди. Не надо их распределять, просто не распределяя, просто один в одну. В один блок его ставишь, в одну ячейку. Ну и тут получается из 22 только 4 дубовые доски. Это ну, за нет. Одну штуку. Это за одну штуку. Все нормально. Да. Просто нажимаешь либо Shift, либо Ctrl и нажимаешь на эти блоки. Shift.
Ебать, ну что там? Вроде. Я просто не помню уже. Нафига вы гору сравниваете? На доски нажимаешь, на доски. На полметра дальше двинуться и там строить начали. Не, я хотел лестницу сделать, вышку хотел осмотреть, это еще ничего не начали строить. Лестница делается тоже, там есть отдельный крафт для лестницы, если что. Ладно, я в шахту, короче, а то не вынесу это. Подожди, подожди. Проще покончить с собой в этой игре. Я начал копать. Проще покончить с собой, чем Серёге объяснить, как заиграть в Майнкрафт. Это замутил. Задел на дырке. Я так понимаю, там пещерная ферма или что? Буду здесь строиться. Пошли. Я стою просто вот так вот перед микрофоном, сижу и говорю ему, что делать. Лестница, конечно, что, по-моему, ничего не скажешь. Три раза упал. I'm sorry. Do you like my... Угадайте мое точное число болов. 6. 12505. Нет. Давай, Николаус, эксперт, как вот, смотри, построить здесь или нельзя, или только снизу блок придет строить? Вот типа на краю дополнить нельзя? На краю садишься, нажимаешь получилось. Ctrl, ага, чтобы уже персонаж уже сел. И на доступный блок нажимаешь. Решил просто закопаться, да? Ctrl, чтобы ты сел, чтобы не упасть. Ctrl нажми. Да-да, вот так вот, вот так. Либо Ctrl, либо Shift. Очень далеко копать. Что там? Вот, да, вот так вот сидишь. И просто можешь выходить смело. Твой персонаж не упадет, можешь смело выходить. Ну только держи кнопку, и можешь... Приседание? Дождь идет. Да, с приседанием идет. Приседания нет. Замерзнем сейчас, умрем. Ты можешь хоть на край встать, понимаешь? Не упадешь. Я не вижу. Приседанием просто идет. Да ну не работает так, захват. В смысле не работает? Нажми на приседание и подойди к краю. Так делаю, я же только что так сделал. А, вот так, и типа, ага, я понял, ага, все, понял. Да-да-да-да, мы так и строим новость. О, господи, третья загрузка. Чё долго ты грузишься? Ну, какой интернет, такая и загрузка, знаешь. Серёга, ты не забывай. Нормально, Николаус. Водички еще сперва. Какая водичка? Тут дождь идет. Какая водичка, блин? Ну, это 12 тысяч баллов. Красиво скинули. Фига себе, там снизу дырка была. Тут криво стоит. Закрыть глаза можешь. Могу вступить в Discord, где я уже есть. Крипфайл, глава рейд. Ну как-то я могу все использовать до 12 тысяч кормить животного. 4 цвета. Благотворитель. Тоже благотворитель. Закончи слайд. Поманчивое предложение. Фикс, как ты думаешь, закончит лайф за 9000 баллов? Заманчиво предложить? Я думаю, ой. Ну, играть там продвинем. Вы далеко продвинетесь. Слушай, если... Серёг, чё там? А если откроешь кейс с игрой, кому игра доставит? Ну, соответственно, тебе, наверное. А, ну ладно, я тогда 5000 баллов накоплю, там не против. Сейчас я 5000, ну подожди, сколько она стоит? 18000, получается, мне нужно еще сколько? Вот мне кажется, пока я тут дом строю, какую-то базовую версию, там уже радиоактивные технологии пойдут, какие-нибудь в будущее. Пока я тут деревянными досками практикуюсь. Если ты будешь с такой же скоростью строить дом, я за это время уже себе коробочку сделаю. За это время, пока ты отстраиваешь. Да я пока тренируюсь, я вообще еще не знаю, тут даже как раз. Мне кажется, я поселюсь в этой горе как раз. Которая сейчас стоит. Я ее выкопаю просто, и под тобой будет просто чистое пространство. Ты будешь под себя копать, ты просто упадешь сначала мою яму, чем дальше копать.
Хватит прохлаждаться, Николай, давай дом строй. Где у нас? Ты там низко? Я на десятке. Я лаву уже вижу. На десятке? Тебе а еще ниже что? Надо. Сейчас в тьме задержка, это плачевно. И вот досок нет, дубовое бревно. Пофиг, скинь свой ник в чат этого стрима и еще куда-нибудь скинь, чтоб я мог сразу где-то прошить. А я скидывал свой ник там через команду. Я Шестаков. В... Да. А Шестаков или я, слышишь? Control C. Короче, как зайду, сразу нажму Ctrl O и все. Пока с этим ярусом. Я, короче, под тем же ником. Лопату. Мне по-моему, лопата вала. Нету лопаты. Блин, блоки. Денис смеется. Денис, хватит прохлаждаться, скачивай ванилу, заходи. Вдвоем хоть будем не понимать, что происходит, Денис. Сколько можно. Ник у меня такой, только я большой. Тебе не в лего играть, Денис. Присоединяйся. О, май гад, это что, весельчак? Весельчак, присоединяйся, я сейчас тоже скачиваю, присоединяйся, будем... Денис, нас 5 уже человек. Будем над Серёгой угорать, как его объяснить, как надо. Да, Денис, только думаешь, сам играл в Майнкрафт? Денис, наверное, сам не играл. Да. Дениска, скажи, что ты играл в Майнкрафт, напиши в чате «да». Где плюс? Я не знаю. Запускается, пацаны, запускается! Денис, с Новым годом! Не виделись еще. Сейчас откроем. Технологии будущего. Дай это. Чё а ты? Вот возьми. Ты мне лопат принёс? Ты... Во вторую руку нет. Ну, лопату вот возьми. Давай лопату. Во вторую руку возьми. Кого взять? У меня, короче, факел вот. Давай. У меня. Давай, давай. Ну я тебе дал одну штучку. Ну фикс, фикс. А что за загрузка? Так. Вот другую руку возьми. Как, каким образом? А, F. 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 Ага. Не, F. Всё. Ну все. Только ты можешь случайно поставить на... А я его зажёг-то или нет? Чё-то нифига. А он горит, горит. Ты сейчас увидишь. Ночь не встаёт, ты видишь. Он горит. Да мне и так комфортно, ну ладно, я вас понял. Денис говорит, с Новым годом. Денис, здорово. Красиво вчера в покер сыграли. Когда это, я уснул, а захожу, у тебя 156 тысяч, это, аккаунту. Фишка. Сны, я зашел, я зашел. Я зашел. Угу. А куда, 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 куда? Так, это снимаю писать. Команда. Я сейчас уже готов принимать. А, вот. Хорошо, прям на спам мне писать, да? Да. Понятно, ты кто такой? Денис, что это пришел, блин? Сейчас убьют, сейчас убьют, сейчас убьют. Хлеб, дайте хлеба. Батон. Подожди, а ты какой ник? Ты какой именно? Я вот этот, я который... Нет, самое последнее сообщение в общий чат. То есть, ну, фидбэк. А, общий чат. Да. А, ты бабушка, да ну ты издеваешься. Денис, у нас 5 человек играет в Майнкрафт, сколько может это, заходи и пячивай. У тебя интернет 600 мегабайт, блин, ты скачаешь за пару секунд. Всё, я прав, ух ты, о, здорово. Так, думаю, что такая сенсация? Земля, песок. Возьми на крян. Завтра, вроде как, там... Денис, серьезно, да? Да. Все, выходные закончены. Ага, так,
Уже сегодня, офигеть. Да. Что-то как-то вообще некомфортно. Ну и ты до этого, конечно, отдыхал, но что-то быстро. Офигеть. Сейчас, подожди, мне нужен сенсу настроить. Так, 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 управление, настройка мыши, чувствительность. Давайте ставим на 62, я не знаю. Нифига себе. Давай это... О. Неси лопаты там и всякие инструменты. Я пока тут это сделаю площадку. Я сейчас приду. Я со скином крутым, не волнуйся. Сразу знаешь. Фидок такой будет у нас. Так, где ты? У тебя мало хп, а так бы я тебя ударил и скинул бы. Возьми это. Возьми предмет, я скину. Сейчас, 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 все там, будет. Там он тебе скинул. У меня есть морковки, тортик. Такой. Спасибо большое, здорово. Пацаны, меня дисконнектовал, сорян. Меня иногда будет выкидывать из игры, если чё. Угу. Так. Я пытаюсь подключиться, у меня не получается. Так, получается, а стены тоже из досок делать, да, или нет? Блоки такие. Так, пацаны, что это такое? Так, что у нас получается? Что нам нужно? Агент, приветствуем. Нам нужно пойти в лес, налезть. Каждый свой дом, что ли, строит? Не-не, сейчас будет хата. Стрим хата. У вас есть пакет? А стекла как делать там или прочее, или нельзя так брахнуть? Подойди, я тебе дам один. Зайди, пожалуйста, на стрим, послушай, есть ли шумы. Фига себе, ты сейчас сказал, блин. Сложно сказать. Сейчас зайду, агент, пару секунд. Вы настроили, сделали все? А, да, давай. Заикрай аудиокарту. Сейчас, окей. Как стекла делать? Нифига себе, вот это бы поднесли материал. Как мне их взять? Опять? Ты взял. Я тебе скинул, у меня два. А, не это больше. А, да, нашел, нашел, нашел. Скинь ссылку на свой канал в Twitch, я открою через этот, а то сейчас напрямую через браузер не смогу открыть. Ну я тут внизу, короче, обоснусь, если что, пацаны, вы меня не теряете. Угу. Сказать. Игры меняются, привычки нет. Главное это, насквозь не. Что тут бесконечный дождь, что ли? Нет, он просто долго идет. Долго уже. Очень долго. Так, берем морковочку, чтобы перекусить. Надо навести порядочек. Есть мобы, да? Да, но они плохо поставили. Спавнится. Но я вижу ни одного моба на километр квадратный. Да. Кажется, я сюда мог дойти пешком просто. Не, там стены. Не пойдешь. Печально. Угу. Тут дофига гравия, прикиньте, нашел. Да, ну, будем в какой-то степени не скажешь, да? Да? Будет забегал? Какой-то, нет. Я только что баг словил, я просто настолько быстро поставил факел, то что у меня гравий не упал. Постоянно, кстати. У меня на вот этой версии постоянно такое. Гравий 25% сейчас кинуть в кремень. А у меня есть уже один кремень, чтобы поймали.
Битва. Денис там запущена. Я ж слышу вылет. Не выключен. Агент, скидывай канал свой, это, Twitch, чтобы открыл через полную ссылку, а то так не получится. Так, мне нужны еще доски. Доски нужны. Мне уже три кремния. Я тут фармил. А, вот у меня есть. Кремния. Тащите стекло, великие фармеры, блин. Тащить стекло, нам нужны стекло. Зачем тебе стекло? Я не знаю, постой. Тебе нужен кремень? Клей? Нет. Тебе помогу. Кремень. Ууу, зацени, что нашли. Мне кажется, доски у нас промокнут, и все, хана нам будет. Тут просто в моей пещере нашли железо. Я один раз нашел жилу. Тупом, там столько железа, я это сейчас копал, так что и не выкопал. У меня уже половины кирки нету, слышишь? Ну вот это мы сейчас уберем. Я в итоге стака 4 или 5 накопал железа. Причем я копал шелковое касание, а потом еще скапывал удачи, и у меня получилось 9 стаков железа. Ёма. Да. По известному методу мы убираем вот этот кремень, чтобы он мне не мешал в жизни. Стоп, подожди. Не кажется ли я факела дюпал сейчас? Мне кажется, мне показалось. Денис, а ты что скажешь у агента на канале? Ты, у тебя же так более, же. Так более же, какой-то, так знаешь, амперный. Слышно. Ну сейчас все? Вроде не слышно помет. Блок питания. Сейчас пока оставлю. Амперный. Может он шумит. Стараешься, меньше. Кстати, чем больше ампер питания, тем больше он будет шуметь. Ну, музыка играет. Музыка играет, не слышно, потому что надо музыку выключить, будет сразу понятно. Блин, Денис, если агент, если с нами, чуть-чуть приглуши на время. Сразу освещение поставлю. Так, раз, два, три, четыре. Что? Я просто отдельно от вас обоснусь там, под вами. В смысле этого слова. Нифига я срубил. Сделаем сразу дверь. Я же сразу сделаю громоотвод, ну чтобы... У дома не ударила молния. А я подключу. Может молния долбануть? Это из-за модов или так всегда было? Да. Не, это ванила. Это ванила. Это уже ванила. Да. А тут ванила полная. Тут моды только косметические и... Ну, клиентские, то есть на... Ссылку на донат. Свою. Ссылку на... Пацаны. Кому нужно... Так, и 5 гравия отдаю бесплатно. У меня есть стак и 5 гравия, кому нужно. Начинаю, тебе скину, короче. Может, ты как-то попал без шелка, скажи мне лучше. О. О, Серёг, я тебя что? Вижу. Каждый чем занят, я даже не понимаю, что происходит, пока там строят, что за дерево, Николаус прохлаждается. Железо 500 стоит, ё-моё. Алмазы 10 тысяч. Ну, кстати, если бы мне не сказал про это, да, было бы плохо, так вроде хватает. Где это? Вот это земля. Только не бей, погоди. 64. Земля. А где вот это, то, что я фармил? Кого? Ну вот эти доски строил я. Дерево. Дубовые доски. А, держи. И почему-то у меня. Диан 1500. Вот это. И вот это. Да, давай. Вот еще лежит. Еще лежит. Денис передает привет Николаусу. Спасибо, ему тоже привет. Он тебя слышит. Вот возьми тут доски, и что вот тут лежат. Денис, нас пятеро сейчас.
Да, ты прохлаждаешься. Вот, да, да, я вижу, у меня места нет. Сейчас это. А у меня тут сольный так. Ладно, я возьму. Думаю, все, тут... давай, скидывай место. Ну и все. Будь тебе еще две двери отдать. Никого. Борода. Вон там дерево. Дерево, подними быстро. Быстро. Дерево возьми. Дерево 30 секунд. Ё-ма. И тупи, пожалуйста. Зависает иногда на пару секунд. Ладно, удаление предметов через 15 секунд, все поднимите с да. Полу, чтобы ничего не пропало. Кто еще шахту копает? Все, дождь закончился. Сколько он шел? Как тихо теперь. Кто у нас еще шахту копал, гость, да? А, сейчас. Я не копал шахту. Я один. Я только этот. Давайте я у себя дома выкупаю шахту. Чего нет, кстати? Тут вообще... Может, будет один вход в шахту и... Хватит? Нет? Ты просто не видел, что я тут нашел. Алмазы? Нет, шахта тут была. День шарят, что делать, они знают. Эксперты. А ты спусти-то там, где ты? Да? Там. Ты сними просто и все. Ты там не еще все. О, я в цепком сиру поставил. У меня опять вылетело. Отправил. Такой. Так. А зачем? Я ж возле вас заспавнюсь. Да не тебе, я к Фейксу. Как мне это подцепнуть тебя? Да. Ты мне не прислал ничего. Нет. Я уже отправлял, у меня написано. Я не могу тупаться. Вижу за решеткой в темнице стрелу. Как у нас какие-то команды? А есть блоки в два раза ниже или они по блокам? Ну типа в половину, как ящики там. Есть, полублоки есть. Чтобы а хранить еще... что-то нету. Не хранить, просто полублоки, как делаются. Да, есть полублоки, они так и называются, полублоки. Их ставить можно только горизонтально. Что написать, чтобы принять тебя, скажи? А у меня вылетело себе. Да, он что-то лагает, ну я не знаю почему, может типа выкинуть. Не, у меня интернет просто не лучший. А слышишь что, знаешь что? Я вижу лавовое озеро, пацаны. Я сейчас буду к нему идти. Смешно, если я сейчас к нему подойду и меня другое накроет. Мощно. У меня сейчас чуть-чуть времени мне подождать, видимо, прежде чем зайти. Да, там есть такое, надо немножко подождать. Охренеть. Я два раза вылетал уже. Потому что у меня интернет иногда отключается. Он говорит, о, еще одна кирка сломалась. Хорошо, что я три кирки сделал. О, все. У меня есть водная среда, пацаны. Или нет? Оказалось, видимо. Да ё-моё. Вот так. Ну, у меня вода. Так. Нашел медь. Самое бесполезное нашел, да? Да. То, что нам никогда не пригодится. Еще уголь нашел, пацаны. Пригодится. Поставить эти гомоотводы и все. Я нашел еще этот.
Уголь, походу. Строй кубики до неба и прыгай. Денис, хорошая попытка, но тут есть ограничения. В луках мы знаем теперь про это. Нет, я не умру в туалете. Где я? Земля. Я чуть не умер. Ой, у меня тут пещера на пути. Кинстрим хата почти готова. Денис потом зайдет и сломает все, пока мы не на сервере. Он не сможет сюда пробраться, слишком далеко от спауна находится. Ему надо прям точные координаты этого места. Он найдет, он знает, он стрим снайпер. Стрим снайпер. Где эти блоки земля? Я, короче, уничтожаю. А как зеленые это блоки земли сделать? Просто земля, она вырастет или что? Или как? Не потом стану зеленым. Они. Ну вот да, я так подумал. Окей. Пацаны, поздравьте, первый уголь нашел. Ё-моё. Видимо, не совсем удачно, да? Ну, просто он находится в водной пещере, и я, короче, застроил воду ради этого угля. Я каждый раз сейчас водную пещеру достраиваю, потому что мешает она. Если мы в одной водной пещере, все будем. Все возможно. Не, не в одной. А тут угля. Тут в одной кладке, знаешь, сколько угля? Сколько? Я сейчас забыл, 19 угля. Я еще рядом вижу по карте лавовое озеро. Здесь они на дракона, походу, уже идут, пока мы тут строимся. Да, можно на дракона еще пойти, далеко. Ну, судя по тому, какие его штуки там находят. Наверное, все-таки он не так уж и далеко. Я просто, понимаешь, я поселился в пещере, ну как в пещере, сделал себе дом в пещере и начал оттуда рыть всех шахты в надежде найти железо. Я нашел железо, и еще рядом со мной по карте есть лавовое озеро. Я боюсь, что меня сейчас затопит. Так. Так. Тут, кстати, где вот это? Я на 39-й высоте. И вижу очень много водных пещер, почему-то именно водных, а не пустых там каких-нибудь. Это странно. Пустые очень плохо. У, я вижу медь. Думал, за медью скрывается. Тихо. Откуда слышу этот? Я... Лава либо надо мной, либо подо мной. Лава, давай доски. Хватит прохлаждаться. Лава подо мной, лава подо мной. Я знаю. А то мы не копаем, я уже вижу ее свет. Не копаем под себя. Опять кирка сломалась. Ух, слава тебе, господи, то, что я не все доски отдал персоне. А надо было. Не хватает. Если бы я тебе все доски отдал, я бы остался здесь. Хорошо было, бля. Ты бы там нафармился бы. Нам нужны доски. А так не, я не как бы он нафармился, если у него кирка сломалась. У меня кирка сломалась, мне бы только назад было идти 300 блоков. Я пытаюсь найти это озеро лавы, но я не знаю где, но я его где-то слышу. Я прям на карте в нем копаюсь, понимаешь? Меня опять затопило. Господи. Чего меня топит, но я не нахожу лавы? Где лава? Где моя лава? Вот вижу... ненужную медь, вместо которой могло быть железо. А если вкратце, кто чем занят, кто что фармит, кто хочет что сделать? Я только что, чтоб ты понимал, я только что раскопал булыжник, и просто из-за него на меня полилась лава. Но я успел застроить его гравием. Я в штаны надел. Ужас. Прикинь, ты раскапываешь, и на тебя начинает лава просто течь. Нашел. Я нашел. Ким! Куда они все пропали? Что они делают? Это кто в катусе уже строил тут? Нифига себе. Нифига.
Куда они там ведут подземелье и драконы, блин, нифига себе. Подземелье аж... под горой это мое. Это там, где ты сейчас шляешься? Кэсси у тебя тут? Нет, я, короче, в данный момент я в пещере. Так, где выход из пещеры? Знаете, что забабахали они, пока мы там строимся? У меня тут подземные Димит, ходы, чтобы... Есть мегафакел. А кто тут уже работал? Что это за... Какая? Кто тут уже работал? Кто тут уже работал? Разумничался тут. Сам поставил, еще спрашивает, кто здесь работал. Я забыл уже, что я там работал и застраивал водное озеро. Все, пацаны, я поднимаюсь на поверхность. У меня 18 меди. Кому медь отдавать, пацаны? Там сундуки это. Просто складывай так. Все. Меди. Давайте-ка мы поставим печь. Печь есть это... там. Печь у меня тоже есть дома. У меня есть огнево, прикинь. Откуда у меня? А, огнево у нас стартовом, да, получается? Не, я тебе скинул огнево. А ты мне скидывал? Когда? Да. Ладно, куда ты там с деревом, за деревом бегал? А? Так, то да. У нас кто получается? Вот этот, Дамон? Я под землей. А ты под землей? Да, я сейчас купаюсь. Тебя, кстати, я даже на карте не видно, чтоб ты понимал. Да. Я вот вижу только Digital PS, не все. Больше никого. Ты дерешься. Ой, снова эта пещера будет. Так. Ага, а как тут? Тут, кстати, есть, по-моему, штука, которая выключает этих мобов. Пассивных мобов. Осьминогов, летучих мышей, эцелотов. Зачем они нужны? Отключает спавн. А я не зачем? Знаю. Фукс просто с ума сходит. Он короче, берет и... Прикинь, тут метки можно ставить, слышишь? А, да. Да. Тут и карта есть. Поставил метку. Полноценная карту? Же. Карту открывать, как? А, да. На... О, русскую. Подожди, а что это за чел, Дамон? Дамон. Это Дамон. Ким. Дамон. Он огромный хуй. Это делает. Пем, я понимаю, да? Зацени. Персона, вернись на нас. Чекни. Вижу. Чекай. Что это за большая печь у вас стоит? Это Даун построил. Я просто чуть-чуть поджег ее. Ну, чтобы у нас сундуки не сгорели, все остальное фигня. Даун, у меня есть для тебя подарок. О, чё? Почему я умер? Ё-моё. Давай. Лестница в небеса построй. Так, тут что-то косяк какой-то. Не надо да пизать, у них команды вообще не работают. У нас есть этот. У нас есть дом. Смотрите, мы построили дом для дампа. Достойный, кстати. Да, очень. Сейчас будет застроить лестницу в небеса. А слышишь, чё? У меня для тебя железо. Ё-моё, нифига ты тут раскопал. Так. Как карту открыть полноценно, слышишь? О, русская. Я же говорю. О, русская? Я забыл. Да. А, слышишь? Да, вижу. Нифига вы от спавна убежали. Не так уж и далеко. Они убежали на РТП. Препротивились, потом бегают. А, РТП? Что это за дом, кстати? Это я не знаю, я побегал его. Это непонятно. Это привачная? Не проверял, кстати. Давайте проверим. Пойду проверю, короче. Если он не за привачный, я его
Слышишь? Кажется... умер на ру. Погоди, а когда умираешь, откуда появляешься? Как... Чё было? На спавне. Если ты не поспал в кровати, на спавне появляешься. А, ну короче, я в самом лобби, да, где это? Просто команду вести надо. А, пиши ТПА и мой ник, короче. Ой. Сейчас. Ну, нормалек. Только у меня все пропало, он не. Ща, а, там можно забрать. Не пропал. Да, да, забрать мне. У меня интернет включился, сорян. А. У тебя вылетело, да? Да, сейчас перезайду, подожди. Ну блин, я прям. О, все, я тут. Так. Территория запривачена. Да. Купец. Жаль. Еще как назло, знаешь, открыли дверь. Теперь открыли еще. Так, типа, заходите, берите. Внутри, типа, все запривачено. Ничего не берешь. Ничего не возьмешь. Подожди, а вот на улице. Тоже? А-а-а. На улице тоже запривачено все. Эх, обломали нам весь кайф, да? Так. Кто хотели его залутать? Поднимаешься. Да. О, кстати, слышишь, тут шахта есть. Мне кажется, он шахту не запривачил 100%. Как низко она у него тут? Не знаю. Сейчас посмотрим. Пошли за мной. Иду. Нам главное тут не потеряться. Ой, очень низко. У меня есть... У меня стоит сетхом. Я телепортироваться могу, если что. Хай. А, кстати, мы же можем тоже запривать, вроде. Смотри, ну, какая да. Она низкая. Смотри, ты видишь? А, кстати, какая-то пещера была с левой или справа. Доски нужны. Ким. И о, почти закончу. Как низко. Слышишь? Подожди, тут враг. И сейчас достроим, пойдем к ним, сходим, посмотрим каждый, чем занимается. Проверим. Короче, на карте враг видит. А, ну там какая-то шляпа, не нравится мне. У меня скоро кирка сломается, 100%. Мне вот интересно, он докопался до самого низа или как? Кто? Вот оно. О, тут золото. Я возле бедрок. У меня уже кирка. А золото можно только этой? Железной? Блин, да, я бы сейчас бы добыл. А, давай домой. Сейчас. Подожди, я типа пропишу к этому. Будет, там будет, мне интересно, там есть. 53-е. Тут печка стоит. Давайте ее заберем. Мне кажется, ему она не понадобится. Ну да. Логично. Я думаю, раз оставил на, значит, наш. А, он, считай, до бедрока докопался. Ну, вот если в старых версиях, то да. Да. В этой он уже ниже. Чуть-чуть ниже, да? Да. Ну чё, пошли наверх? Давай, прописывай с хом, я к тебе. Да. Ну, я готов принимать. Проблема загрузки прав. А, ну тебе надо перезайти. Да ё... Так, всё. Доски этот не выкидывайте на пол. В сундук складывайте лучше. 5 обновлений, что ли? Какое? Ну, убирание всех предметов лишних. А это... Именно серверная штука. А у меня вообще вылетело. Да ё... Что это такое? Угу. Тут есть какой-то таск-скрин. Алмазный шлем с датчиком. Датчики какие-то есть. Так ты зашел в игру? Ну да. Я тебя отправил. Вроде не улетает. Я тебя отправил запрос. Чё? Нет, прав. Плюска с проблемой прав. Сейчас снова.
Давайте я Digital отправлю хотя бы. Не знаю. Что там отправишь? Прими. Ага, прими, вижу, Серёг, вижу, прими, вижу. Сейчас. Прими, пожалуйста. Да сейчас, подожди ты! Пару секунд. Что там надо писать? Ага. Готово. О, спасибо. Души. 500 досок. Души, спасибо. Морковки хватит. Куда ты меня бьешь? Ты думаешь, я тебя в PvP не выиграю? Нет. Что, крутой меч взял, думаешь, победишь? Я побежал. Да Николас, даже не убивай, да сейчас, погоди, опять вернусь в самое начало. Фиг потом зайдешь. У меня даже батона нету. Давай аптечками. Да. Давай аптечку. Дарю тебе. Так, короче, что я могу тебе дать? Вот, смотри. А что ты тут натворил? Что у нас трава растет здесь? Держи. Это от меня тебе. Тебе от меня. Я сейчас еще раз ударю. Парись назад. Он тебе тортик принес, короче, похаваешь его. Если захочешь нормальной еды, вот тебе еще яблочки, короче. Как взять торт? Просто нажимай правой кнопкой мыши. Что я тебе яблочек скинул, если что, покушаешь? Это отравленный торт. Это какая-то подделка. Ничего не отравлено, твой персонаж просто не хочет есть. Яблочки лежат, подбери. Это мы возьмем. Хлеб есть мне, ладно, отбой. Вот, видишь, у тебя батон есть, обойдешься. Не надо так деревья. Зачем ты сделал? Погоди, оставь ты. Это, кстати, оно вырастет потом? Зачем? Нет, тут блок мешает им вырастать. Их надо как-нибудь вот так вот. Я... Верни, как... Николаус, ты гад. Зачем так сделал? Что? Красиво все стояло. По идее, можно просто в линию поставить, и они будут... У меня там, блин, не так было. Николаус. Не помню. Ладно, вот так вот было. Там был вход определенный. Чего вы скины не поменяли, слышите? Ну, они, наверное, не знают об этом. Лучше сделай лесенку, тебе до блоки вот эти, на одну здесь, вот здесь, типа лесенка, ступенька, как ты там говоришь, мультил. Не типа лесенка, ступенька, а типа есть лесенка тут, реально. Ну вот сделай ее. А ты не умеешь? Пока еще не ставил, я пока блоками занимаюсь так чисто. Какую тебя какую? Да какую ли хочешь поставишь, я... Нет. Пока оценим. Я почему-то этот... Я сейчас вот перезайти решил на сборку. Не работает? У меня в... Не, у меня работает, но просто в настройках, когда там заходишь, можно выбрать, ну, Rubidium плюс шейдеры. Ну, чтобы было вот эти вот тени, вот это все. Но там почему-то у меня не было этого всего. Бывает. Да. Обмаем Сереге дом, пока он не видит. Я полчаса его строил. Я достроюсь. Ну, вот тебе лестница. Что тебе не нравится? Где? Вот, что тебе не нравится, а? Где я показываю? Вот. Где ты поставил? Вот здесь, на первом этаже. На каком? Ну, кстати, там тоже нормально выглядит. Я понял, тоже красивее. Да, вот, кстати, тоже не... А теперь вот здесь делай две. Вот здесь старт. И здесь подъемник. Вот где растений нету на улице, вот там сделай тоже. Порог. Факелов много поставили. И вот здесь лесенку сделай, тоже наверх. О, где? Тут в ходе? Хорошо. С вас доски. Доски нынче дорогие. Снять с нечем или чё? Да пусть стоит тут. Возьму. Ё-моё, я забыл куда садиться. Смотри, персон, иди сюда. Видишь, нас не бьёт, мы стоим. Иди сюда. Сейчас.
Серег, 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 иди сюда, иди сюда. Вставай, 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 вставай. Вы фокусники, что ли? Да, еще те. Именно фокусники. А, давай вот это переделаем в на камнетёсе лучше. Пожалуйста, туф, на, держи. Посланец. У меня просто нечего было делать, я добыл. А мне просто нечем добыть. А, тебе добыть, тебе добыть, тебе добыть, да? Сейчас. Yes. Короче, магму я себе заберу, ты не против? Не, не против. Спасибо. Вот, смотри. Даже плавить, о, кстати, не надо. Красиво. А, держи. Да. Не то, что вот это вот туф. Ну, пока что. Ну, эти блоки можешь все забрать, мне незачем. Вот есть другие. Вы осколками тиса нашли, слышишь? А ты там украли мы уже. А, вон. Ага. Знаешь, что можно сделать? Можешь же эту сделать. Подзорную трубу, да? Да-да-да. Вот эти. Вот, вот тоже. Я сделал, я сделал, я сделал, я сделал. Давай. У меня прорисовка маленькая, сейчас подожди, поставлю. А тут вот маленькая прорисовка. По умолчанию. Нет, 32 чанка можно поставить. Так у меня тоже 32 чанка, но я вижу тут 2 чанка или 3. Ну все, я обиделся на эту игру. Что случилось? Да прорисовка маленькая тоже. 32 чанка, тут прорисовка, тут даже трубой не воспользуешься нормально. Но зато можно рассмотреть, понаблюдать за персоной, что он делает. Лестницы ставь! Прохлаждается он там. Дай мне досок. У тебя досок нет? Возьми. Я тебе все отдал тогда. Я не взял. Оп, да. Что ты взял? Не надо тут ля-ля. Сколько нужно этих лестниц? Ну посмотри, где подъемники, также поставь. Я сделаю тебе, короче, 12 лестниц, я думаю, хватит. Получается, раз, два. Кстати, у вас у всех же этот текстурный пак включен, да? А, топовый. По умолчанию вроде как. А его можно отключить, если что. Приятный, мне нравится. Я его сразу выключил. Я его не буду отключать, потому что он для моих глаз пока что приятен. Чувое слово пока что. Если он мне надоест, я его вырублю, буду в классическую играть. Так он гладкий, как бы. Я вот всегда один единственный текстовый пак всегда устанавливаю вот там. Для этих вещей. Как делается громоотвод, слышишь? А, 3 меди в ряд, вертикально. Okay. Сейчас мы тут сделаем с 3 в этот. Занимаемся фигней, идем первый. Я запутался в этих постройках здесь, ваш. Так, так. То хватит нам, это сюда закинем. Что нам еще надо было? А, ну еще возьмем доски, чтобы сделать красивый. Да ё-мо. А что, вот тут окна у нас нет? Иди сюда. Иди сюда, как его? Илья, Илья, Илья. Иди сюда. Подожди, я пытаюсь найти этот... Зряк. В магазине, не могу. Зряк. Иди, иди, иди сюда, пожалуйста. Пока, пока Серега не заметил. Я где, где? Быстрее, 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 быстрее. Да, нужно столы сделать, согласен. Тут не хватает этого эмотикрафта. Давай, 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 давай. Прости.
Серега, зацени. Чё там? Нормально. Ну дай мне это потом. Да подожди. Только потом вещи верни. Всё. Хорошо. Не трогай. Не трогай. Да ё-моё-ёй. Чё ты делаешь? Дними вещи быстро. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. 30 секунд. Поставь огород какой-нибудь вот здесь на балконе. Прикольно. Сейчас, подожди, 15 секунд подождем, я тебе все отдам. Только перечисти то, что у тебя было. Ну, кирка, топор еще. Ну, остальное там... Я вот здесь сверху не ставлю. Куда очищение? Все. Получается, держи. Иди кирка. Кирка, походу, дамна. Дамн, у тебя кирка? А, у меня лопата была вроде. Кирки не было, точно. А, лопата? Лопата на. Да, на. Лопата. Лыжик у тебя был? И тебе нафиг этот был лыжник? Да не нафиг, нафиг не нужно. А тебе еще одну лопату, вон тебе забываю. Я не знаю. Давай. Короче, булыжники я сложу туда, кому понадобится, возьмете. Да. Блин, сам говорю, не ставь, сам поставил. Я наложу порядок у себя в инвентаре. А, мне булыжник-то нужен, ё-моё, я и забыл. Возьми, возьми, возьми. Мне там пещеру взял. Надо застроить. Опять. Нифига вы редстоуна, откуда вы столько всего украли, слышите? Да тут недалеко дом был. У нас золото. Недалеко дом был, а покрали кого-то. Ладно, пацаны, я тогда пойду голым прогуляюсь, я не знаю, куда-нибудь. Потом, если что, тпхните меня. Угу. Хорошо. О, я знаю, дом на минус 677. Кто? А вот там, там кто вот сверху стоит. Драконы летают? Что это такое? Это FFX уже делал? Чё? А, там ой, никто же не фантомы. Спит. Фантомы. Это фантомы. Их летающих существ очень давно не видел. Их вообще никогда не видел, понимаешь? Я всегда спал. А я их не видел, потому что на сервере, на котором я играю, они отключены. Да. Нифига себе, они сильные возродятся, отлично. Том, ты чё? Крутой, да? Давай, спускайся, мы тебе лицо сломаем. По-братски. Давай. Всё. Мембрана, мембрану забрал. О, это хорошо. Примите, я там убираю, забрал. Это, примите. Там он. Тут далеко бежит. Отдай, ага. Отдай. Так хуже то, что у тебя все вещи просто по всему распластались. У меня? По всему озеру. Если не... Да, если ты не успеешь, они пропадут. Чё-то вон там я смерть умер в час 23, и до сих пор они остались. До сих пор пока. Надо, кстати, эти точки смерти. Да подожди ты, да я смотрю. Ты берёшь все вещи? Ага, все вещи теперь вещи. Еще. Да, забираю. Они в озере, забери их. Да они наверху же. Блин, блокейт. Они озеро упали. Ой-ой-ой-ой. Чё там делаешь? В озере лежат. А ППХ что делает? Вообще непонятно. Тут а, какие-то да, пауки что, появились, что? Какие-то, мать её, защитящие. Нормально. Я им займусь. Лёгенькие такие. Мои деревянные штуки пропали, о, дайте досок. Нет я ничего дороже досок. Я умер. Снова? Давайте быстро, yeah. Пацаны, потому что я чувствую то, что сейчас это... А да не, умираете? Не было же. Да я не от моба, я утонул. Я там вообще уже застаиваю. Да нормально. Можешь, короче... Я там почти... Тим, давай я доски. Выпал, понимаешь? И умер по итогу почему-то.
Доски, на-на-на-на. На те доски. Да там уже финишная прямая. Это держи, и это держи. Досок мало, да, лучше, и давай это больше. Это все, что я подобрал. Просто у тебя наверху валяется. А ты убрал этот? Нет, оставь его. Это, короче, наш будет. А, он в сундук положил, слышишь? Да, понял, хорошо. Он в сундук положил, иди возьми. Он понял. Я знаю, как его ник читается, но я не хочу его читать, потому что вдруг бан еще прилетит на Твиче. Точно не так, как ты подумал. Как я подумал, давай. А, ну смотри, вот вниз есть слово вниз, а на английском down. Down. Так у него ник down. Да. У него M там. Down. Мы. О, слышишь, что? Пещера. В один блок. Ты что, там здесь. Я застраивал там. Тут если стенку сломать, вода будет. И чего вы не положили? А во-во-во-во, сейчас вижу. Положил доски, вижу. Так, доски. 64. Слышишь, я нашел пещеру. Да? Большая? Все, пошел я дальше. А, не знаю. Сейчас подожди, я ТП припишу к этому. ФХ? Квадратное солнце встает уже. Так. Все. И опять проблемы с сервером. Сейчас подожди. Я тебе сейчас отправлю, короче, запрос на ТП. Как поставить садхом, да, пишется? Да, садхом. Просто ставишь и все. Хорошо. Потому что мне уже надоело туда-сюда бегать. ССО. Да. Все, заспавнился. А я просто на автомате всегда бегаю. Что-то забываю иногда. Я тебе отправил, Серег, прими, пожалуйста. Почему мне это отправил? Потому что у меня уже было принят. Потому что. Кроме тебя больше никто не примет. Ва. Получается, я ставлю в своем доме, получается, set home. Вот тут где-нибудь, например. Здесь. Set home. Есть еще set spawn, слышишь? Не, set spawn не работает. Там да? Нету прав. У тебя. А если я проверю? Проверь. Ну, Ким, кроссовчик. Давай. Да, я не имею прав. Что за осуждение? Почему я не имею прав? Подавай в суд. Ущемление. Ущемление, да. Это вообще ужас. Кинь, а зачем я телепортируюсь, если у меня еще одна кирка была? Я не знаю. Ладно. А, еще этот, не ущемление прав, а еще это, за моральный ущерб, чтобы они еще тебе заплатили. Вот, вот. И так и остроился из-за этого. Да. Всё, Ким достроил хату. Все. Можно свободу. Боже, у меня дофига теперь кирок есть. Нифига себе, тут дерево красиво вырос. Кого? Тэпайся на меня. Блин, я тебя на 200% взял, не слышно. Еще раз. Тэпайся. На тебя это, к тебе? Да. А ник нужен, там как правильно у тебя пишется. А, я могу посмотреть, все вижу. Ну, ага. Так, ты застроил мою пещеру, слышишь? Ты застроил мою пещеру. Пишу, тут можно вот так вот делать. А я тут потом еще лестницу буду ставить, чтобы еще быстрее подниматься. Я просто хочу это. Где? Вот это что ли? А вот, не, подожди. Все, стримхата. Где это? Вот, нашел. Вот. Там просто пещера, понимаешь? Все, что у меня есть, чтобы ты понимал просто, вот я могу тебе скинуть. Смотри. Я золото нашел. Вот это у меня есть. Хорошо. Факел, ладно, факел. Где? О, я уголь нашел. Пошли. Оба.
Даже... И вообще, я тебя придумал вот эту хрень с алмазами. Не с алмазами, с кристаллами. Это аметистовое. И что-то мощное, о, да? Это... Что ж ты, что можно затемнённое сделать, стекло. Что, не пропускает из него. Что тебе мой датчик? И этот телескоп. Я уже сделал все телескопы. Да не надо, не надо, нормально. Давайте отдам руду, ты переплавишь хуй. Знал бы я, как это делалось. Медь, уголь нашел. Николаусу доверять нельзя, поэтому не дадим ему. Почему? Слышишь? Чё? Какого мне нельзя доверять? Нельзя. С каких пор? Фиксу сарайц какой-то бриллиантовый логово нашел. Я его позвал, он говорит, а какая-то хрень. Я нашел железо. Илья, там, прими это к базе. Опа, пойдем. Я еще железо нашел. Я под землей копаюсь пока что. Верните меня там вот, кто-нибудь. Я застрял здесь в подземелье каком-то, я отсюда в жизнь не выберусь. Сейчас, давай, Николаус. Будешь со мной копаться. Нет! Я не знаю, что делать. Подожди, а можно потом будет на точку вернется, слышишь? А как? А тебе на телепорт, да, создать. Воздуха не хватает, не хватает воздуха. Страшно. Выпусти. Хом просто пишешь и все. Сейчас, подожди. Телепорт на дом. А ну. По хом проснуться, да? Да. Просто хом. Просто хом. А все. Давай, кидай запрос. Кому? Дай мне запрос. Не. Там, кстати, не обязательно полностью ник писать. Там... Через таб можешь... Там, ну да, так там в играх есть это, но нашим. Что-то пока я в это не нашел. Вот так сделал. Фига себе, тут FFX уже мелодии какие-то сочиняет, пока дом бьет. Уже настолько заняться нечем, что там композиции выходят уже. Как тебе мой дом? Где? Побывал там? Да, у тебя там какой-то подвал. А что у нас это? Дерево заросло. Прикинь, у него возле дома взросло дерево. Ну, кстати, оно красиво стало. Прям как надо, я бы сказал. И огромный дуб вырос, понимаешь? Вот этот мудрый дуб, да? Тот самый. Давайте стекла мне. Ну, кстати, нормальное место у нас. У нас тут даже тут есть. Так, вот это надо доделать. Так, я возвращаюсь на место. Надо будет потом либо заплевать, либо что делать. Нет, вообще. Вообще не помню. А то мы вернёмся, а он будет... Да не страшно, это пока просто уже, да? Практиковались в строительстве. Смотря как вы будете заходить в игру. Да тут же бывают вайпы, поэтому тоже. Но если вайп, нас даже это не спасет, страховка. Да. Из любой точки мира я могу просто телепортироваться домой. Главное вордер набрать. Да. Если я буду гореть, я просто это резко напишу хом, чтобы возродиться дома. Пока все прохлаждаются, попы их что-то сейчас построят, я вам говорю, чем какие-то... Че он на дом? Мы работаем вообще. Че вы делаете? Ну-ка расскажите. Я видел только FPX, там что-то в каком-то этом занимается. А вы что делаете? Ну-ка рассказывай. Добыл, Ким, ты где? Я добыл. Я уже 8 железа добыл. Сейчас. Переплавь стаки руды, которые я тебе скину в печку с деревом или сумму. Николаус, давай ответственность за задание, займись делом. Переплавляй материал. Кто-то накопал стаки, кто-то 8 штук. Я на 68. Скинул. Я на 60.
Кто там углубил? У меня уже три плечи алмазные, вы там железо до сих пор копаете. Да, вот, да, переплавай. Да, Ким, да, займись делом тут. Хватит морковку есть. А хватит уже дом свой строить, давай-ка добыл. Да я добыл уже, дом уже достроен уже, тут надо переплавка. Сейчас Ким займется делом. Ким, не смотри на меня, как будто не знаешь, что делать. Я сам не знаю, Ким, давай. Вот, пошел, пошел. Там на 69-й уже. 70-й уже. Все, дом крутой, место хватит всем. Ким тут помог. Тут у нас нормально. Птиц слышно, правда, бешено. У вас птицы есть? Я кроме Дискорда вообще ничего не слышу, чтобы вы понимали. Ты там выключил, наверное, звук просто. И все. Звук у меня есть, но я под землей, поэтому я птиц не слышу. А, ну под землей, естественно, птиц не будет. Что такое птицы? Я уже забыл, что это. Я живу в пещере. Да. Ты это говоришь, а не FFX, да? Потому что я живу в пещере, реально. Я поселился прямо под домом этого. Прям под домом. Да, если... Я видел, блин. Если ко дну пойдем. Вечеринки не устраивай там у себя в подвале, блин. Так, это я секретное место. Я буду на втором этаже устраивать вечеринки. Мы пригласим Дениса, он будет специальная гостья. Где громоотводов стоять. Если у нас тут дома... Я вообще не могу телепортироваться. Я застрял. Меня это не грузит. Слышишь, я походу нашел хранение, да. Я нашел эти. О. Я нашел кристаллики. А, это. Я нашел фиолетовые кристаллики. Аметисты, да. И так приятно класс звучат, когда ты их ломаешь. Они такие бэм. 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 Бам. Бам. Главное эти жилы не сломать, да? Я уже нашел жилу. Ну, в смысле, эти, где они растут. А, их не надо было ломать, да? Да. Я их уже сломал, как бы, да. Класс. Ну, просто но когда... Да, они могут там расти дальше, потом. Николаус, ты не спрячешься в подвале, говорит Денис. Вот так просто вот огромнейшая... Денис, как тебе домик оценивает от 1 до 10? Это что за фигня? Чуть выкрыть все. Денис, ты что не спишь еще? Слушайте, сколько времени-то? Денис, ты же масса шел, что ли, 2 часа? Из 2 часа ночью. Часа? Ну, Денис сейчас. 2 часа, капец. Так, а, тут, тут подъемник же отлично. У кого-то 2 часа, у кого-то 6. Ну да. У меня 6 утра уже. Айф. Да. Слышь, я еще одну нашел, походу. На семерке. Так ты не видел, Денис, что за... Саня, какое дерево выросло. Вон там, кстати, дырка. Какая-то фигня. Я алмаз нашел! У тебя же бедные кирки нету, да? У меня нет досок. Твою. Я сейчас ставь просто метку. Поставлю метку. Я поставлю метку, вернусь домой. Николаус, у тебя нету железо дома. Я его закрыл. Так я в доме появлюсь, если что. Меня не остановишь. Это скрытое помещение. Здорово. Ким, пошли наверх, пошли, это, хватит прохлаждаться, пошли, пошли. Ким просто офигел, что я вышел из закрытого дома. У меня досок нет, пацаны. У кого они сейчас есть, время сейчас такое? Точно не у вас, знаете. Ох ты ж красиво, 1 хп остался. Ну можешь умереть, если что. Ким, а ты переплавил все, что надо? Кстати, у меня нету хпшечки. Одна пол, если упаду, все, опять заново.
закидываем уголь, закидываем 16 руды. Какая плавит. Не-не, стой, подожди. Как уже это? Все, страшно. Страшно, погоди, все, нафиг. Ну, слышал, короче, фантомов. Да у меня нету хп. Не открывай. Нет, не ебать. Да, у него там нету хп. Хп нет. Дай марку, во. Хватит, по одному есть, дай марку. У меня есть саженец. Меня никто не трогает. Я мирно живу в пещере, меня никто не трогает. Спасибо. Николаус, возвращай домой меня. Сиди в моем доме, не выходи. Убей. Понял? Выпусти. Убьют, если выйдешь. Куда тебя выпускать? Ты сейчас умрешь, если ты выйдешь. У меня полный хп, уже не страшно. А чё тут замуровали? Тут же это секретная была лазейка. Нифига себе. Прими. Спрятался. Ну, пусти меня, погрец. Дай приму. Digital, прими, я тебе скинул запрос. Так. Пока. Ага, вижу. Чьи-то вещи валяются. Пойду в окошко посмотрю. Чего вы никто с ними не сражается? Да нету, есть. Все на ба. Все дома. Нет, кого-то нету, у нас 5 было. Кого-то нет. Меня нету пока. Да возвращайся домой. На нас напали. Нам страшно. А чё, у вас большая печь? Или это... Не, это домик. Это все, что вы построили, да? Пробовали, да, не круто. Но двухэтажный особняк, пентхаус. Даже там кто-то поселил. У нас это, но он уже поселился на доме. Дракон маленький, на синий. Я этого тоже забираю. Шесть кто поставил, я правда не знаю, Николаус, наверное, Николаус. Пистолет пересмотрел, наверное. Вопросы? Иди сюда. Да, все правильно. Подожди, похаву. Кстати, знаете, я вот не север, где именно ЭП. Ну, если понимаете. Там... Я, короче, слишком много всех. Надо тебе спуск тогда до твоего дома сделать, если в подвале сидишь. Сейчас попробуем. А ты лестницу поставишь тогда. Ага, лестница. Как я туда попал вообще? Николаус, зайди сюда, давай эту финальную лестницу на спуск. Сейчас вернусь, подожди. Алмазку заберу. Я там просто поставил метку ГГ. Ким, нужна помощь твоя. У тебя кирка там есть. Это кто? Во, давай фигачивай туда. Или скинь одну кирку. Нифига себе. А, ты переплавил. Короче, есть медные слитки из земля, да? Или он не сделал? Давай копай к Николаусу домой, чтобы лестницы было, чтобы к дому. Если будем прятаться. Ныкаться. А почему смерть метка стоит? У меня уже 2. А ресурсов как бы нету. Чтоб ты знал, где ты умер. Я не хочу знать об этом. Их можно удалить. Какой кнопкой? Нажимаешь на N, и там есть удалить. Ага. Точно.
потому что... Еда нужна. Там в 50-й высоте уже. Надо ниже. У меня уже 5 алмазов, чтобы вы поняли. Так может до бесконечности. Я могу тут бесконечно копаться. Давай это еды. Еды давай. Они опять летят. Ну, убить их не может, ёлк. Не, погоди, сильно не ломайте, чтобы это на выход был. Нужна кирка еще. Это напряженная музыка на заднем плане, слышите? Нет. Я вот не можем к тебе домой попасть. Замуровался. А меня дома нету. Меня дома нету. Кирка нужна. Вообще не ломается. Что-то мы не в удачном месте поставились. Постоянно умирают вот эти летающие гады какие-то. Юху. Так. Николаус, давай. А зачем? Ты знаешь где? Чё дерёшься, не я? Ты в блоках застрял. Ё-моё, не мешай. Сейчас за каждым понаблюдаю. Давай, Николаус. Другая есть, чё? Держи там. Хочешь фокус? Чё там? Хочешь фокус? Серёг, если успеешь, давай. Если нет, то все уже отмена. Не успел. Погоди, ты исчез? А, во. А? Это где мы? Это подземелье? Это последний этап игры. Как до сюда шел? Давайте все сюда, дракона бить будет. Я буду блоками спасаться буду. Это самый финальный, и если мы его завалим, игра будет, это пройдет. Надо валить его туда. Принимай. Давайте все сюда и завалим этого летающего гада. Ким, ты больше всех фармился, давай. Как ты сюда попал? Как это быстро он это сделал, он что-то знает. Эндер дракон. Слышите? Серёг, прими. Ага, прими, пока ты там это говорил. Руби. Прими. А ты умер? Ким, дракона убить хотим. Руками голыми. Аркор чистый. Прими, FFX, прими. Удачи! Че тут FFX? А че такое за крюк? Ты нам не поможешь, Никим? Мы все надеялись на тебя. FFX, вещи вернее.
Фикс, давай, если один затащит миллион вайтиков, сколько может-то? Ты что-то знаешь? Мы вообще ничего не знаем, мы даже не знаем, как здесь оказались. Видишь, вон те столбы бетонные, ну эти, огромные. Ну? Дракон подлетает и регенится, тебе нужен лук и элитры, чтобы летать и сшибать. Что-то сложно звучит, у меня нифига нет. Николай, ты слышал, что делать, давай. Вот я сделал вам грибочек. Стойте с луками и бейте луками. Ну, конечно, потом будете отлетать и умирать. Как говорится, я снимаю нахуй, давай вытащить. Я с камерой всегда беру. Николау стащит. Где мои вещи? Я забрал, короче, сейчас. Принимайте меня домой кто-нибудь. Мы все равно его не победим. Digital, принимай мой отец. Я сам не на базе. Я на базе. А, сейчас, подожди. Игрок не в сети написано, как-то на базе. Переключиться. Вот, все. Теперь я на базе. Digital, я на тебя. Давай, сейчас. Я давай. Такой. Земля горит. Чё-то не на базе ты, Николаус. Ты меня отправил опять в подземелье. А ты там заспал? Да, я тут это... С голыми руками землю откопать не могу. Спасите, помогите. О. Все, дома. Безопасность. Верните мои вещи, пожалуйста. А что у тебя было? У меня было все. Не знаю, такое. Перечисляй. Я знаю, собрал. Железная кирка. Железный меч, железный топор. Железная кирка. Тут все игры. Все кирки каменные. Вот вижу подзорные трубачи. И сапоги кожаные. Чей-то. Что за музыка эпическая играет? Ким, ты куда пропал? Дракон не захотел бы. Вот ты. Все. Я сдох под этим грибом. Никто не принял. Вообще все вещи. Вообще ничего нету. Все, у нас ничего нет. У нас есть дом. Вы все там потеряли? Все. Все потеряно. А как там оказаться? Бежать куда-то далеко надо? Вообще. Я на спавне потом нашел. Клаус, ты нашел вещи, да? А, вещи? О, ой, да, тебя нашел. Там сзади. Чуть не прилетело. Digital, вещей много там? Огненным дыханием. Кого искать? Остужи, прям обстрел полный по тебе идет. Магия. Ой, до сюда. Все, я на базе. Ладно, давайте. Еще увидимся, короче. Мне пора идти. Для фаната. Давай. Так что, все, выходим, что делаем? Я не понимаю, мы или дракон сможем завалить. Мы можем дальше играть, почему? Николай, давай вырубайся. Давай, слушай. Давай. А то браток пришел. Жалуется, плачет. Там все, хана ему похуй. Кольш Николаус не видел. Тебе? Сейчас. Да, я воду пятый. Чим, как у тебя там? Что-то отправил, нет. Фермы. Что-то у тебя каждый раз локация все страшнее и страшнее. И что такое? Это ад, да, в огне. Вован, привет, доброе это, ночи. 2 часа, да, там, наверное. Точно 2:13. С Новым годом. В ад пошли. Решили в ад пойти, да? Шмотки наши в Индии остались. Фуфикс нас тут по каким-то локациям фигачит. Решили это. Первый человек, кто сегодня зашел сыграть в игру. Это было Майнкрафт. Алло, ваши вещи все Николаус забрал из Энда.
Наши вещи мы никогда в жизни больше не получим. Мы где-то в адском месте. Ну, я не знаю, он сложил их или нет. Там мусор всякий был, там мы сцена. Николаус украл и пошел это. Все, что есть там. Ну, кстати, и высыл, да? А если Кен нажать? Вот. Ты можешь на спаун телепортироваться, там есть портал. Спасибо, и тебе, Вован, спасибо, что с нами. Много. Это камень можно полупить. У Фикса экзорциста надо вызывать, он головы как-то крутит. Подозрительно. Вон, видишь, светяшки сверху. Кстати, этот, я посмотрел другие сбоки. Что это такое? Это надо фармить? Вон, светокамень, видишь? Из него можно фонари делать. Они будут кстати, в этой сбоке именно здесь... Да не совсем, Вован, скачали есть, какую-то версию. Кое-что другое можно это еще. Это какая-то с ванилой, какая-то и модами. Свет, по-моему. А вон, видишь, свинка лопатой по ней ударь, она... И это упу призовет с таких же фонарей. Сзади, я вовремя упал. Там снаряд пустил. Сверх, смотри. Я какая-то. Как ты вообще локации так быстро меняешь? Чё-то знаешь. Я говорю, на спавне портал. Нет, на ход, пока будешь. У него есть он. Победа, голова болит, спал весь вечер. Так это отметил ли Вован вообще с чем связан? Так хорошо. Значит, встретил здорово. Блин, бегут теперь. Да. Беги, ППХ! Какая-то фигня кривая по нам. Я приму это в бонусе. Ага, один раз и все, домой, понятно. Забудем, как страшно сон это. Вон, видишь, тут портал. Ты на спавне сейчас. Так, и что тут? Вот это. Ай, ты отсюда вот выбрал, это. Да? Ты здесь? Ну, да. Да. Основная валюта там, серверы эконные. Ну нахрен тут донатить еще. Тут не во что донатить. Ну хотя, можно фармилку какую-нибудь сделать на моде. Нет, тут донат только этот чанк лоуда, чтобы чанки погружать. И все. А тут механизмов-то нету, чё их прогружать? Ферму? Ну да. И все. Там нечего погружать даже. Ну, я говорю, есть другие два сервера на этой же версии. Я проверил, там даже квесты есть. Ну то есть будет проще. Ну там. Читайте. Короче, мы построили дом, который потом сломают, да, я так понял? По сути, ничего. Дом есть. Но завтра его не будет. Ты можешь телепортироваться ко мне. Кто у нас еще играет? Пойдем к нему. Тебе уже... отправил, давай попробуем. Я не пью, не знаю, почему, может быть, на погоду, так как за сутки с минус 10, да, 19, вон такая же ситуация была. Но вроде на улице комфортно было, ничего так, это просто морозило, так нормально. Давайте комнату из аметиста построим. В нашей хате? Не знаю, у меня строка аметиста. Давай, доме отстройся, где дерево, и посмотрим. И, наверное, пока все. Надо какой-то план действий. Когда играем в Майнкрафт, нельзя просто зайти в Майнкрафт и ничего не сделать. Надо план действия. А что у тебя за хат? Пойдем заценим. Там дома ловушки. Илья, пригласи это, я тебе отправляю. Сейчас. Что, от фантомов прятаться или что это? Это где мы вообще? Опять? Что это за конура? Подожди, я где? Принял, да? Погоди, давай я. Да, ты принял, что-то вообще не знаете. Мы... На Москву холодный циклон идет, обещает минус 25. Да, прохладно уже чувствуется. Вован сразу тоже резко упал. Вот. Это кто спрятался? Есть, короче, север, где тоже ванила, но там людей, побольше.
И он, по идее, постабильнее работает. Нам надо сгруппироваться, потому позвать Бабана, да, Денис Веслячка, и зайти, да, против, да, кого-нибудь за баба в Майнкрафте. Там тот сервер, там надо подавать заявку, чтобы этот... Бабан целые два часа строили хату такую. На, строй что-нибудь из этого. Да уже построен дом, я уже дальше не знаю, что строить. Никнейм мой напиши в 3D на воздухе. Так это. А где это? Это маг из чего? Кто-то забрал, видимо. Я тебе скинул строками чисто там. Я скинул Киму. Не, кто-то забрал, да, у меня нет. Ким все забрал там и все. А это что? Он, ну хорошо, что 25 минус, смотри, а не как, минус 40. Смотри, как этот летает. Ну, ощущалось сегодня еще мощнее. Вот сейчас просто, если посмотреть, просто стало интересно, сколько холодно. Вот сейчас минус 16 пишет, а ощущается 24 минус. Так что Вован уже минус 25, может сказать. Дайте то, что это, FFX нашел. Сюда, на базу. Потом убить дракона, нам нужен. Это принтер. Фантом. Он появляется, когда ты не спишь больше 3 дней. Что-то у нас постоянно кто-то появляется на базе. Ну-ка, это гадость падает. Давайте скидывайте, из чего так, строить можно. Быстро ник сделаем, и на сегодня хватит, а потом еще зафармимся. Старим хата. Давайте, давайте, давайте. Че это такое? Это пороховая фигня какая-то. Это редстоун, это для запуска, да, потом. Вован Майнкрафт играл когда-нибудь? Для механизмов. Да, да, я помню, какие-то делал штуки. Крестики, нолики, кто будет? Не поставить. Дайте вот таких блоков. Лавы. Есть еще у нас? Подожди, а почему? Или... А это что? Не... Короче, ладно. Пошел я наверх. Тут была резня, это все кровь, 100%. Угу. Вот, вот блоки принесли, аметистовые. Где? Вот они. Ким подобрал. Ни разу. Ким подобрал. Мне когда Джеймс первый раз сказал, что Майнкрафт пройти можно, я даже удивился, я не знал про это. Сейчас уже знаем, что мы никогда не завалим этого дракона летающего в FFX, как там заспал. Не, почему этот Майнкрафт, кстати... Я не подбирает, чего, дайте мне брать. Я считаю, пройти это только дракона убить и все достижения получить. А потом можно просто бесконечно играть, ну, чем-то заниматься. То есть после дракона жизнь есть? Чем хочешь. Да. То есть на драконе ничего не заканчивается. Чисто из-за графики не надо. Вован, ну если на нее все моды поставить, там графика будет не очень мощная на самом деле. Если так-то. Ну это у вас сейчас установлен текстурный пак, который делает такие текстурки. У меня поиск не работает по этим, по предметам. Как повторитель скажет. А как нам так зафигачить блок? Повтор... Вован, сейчас сделаем. Камень, рейдстоун и факела. Только ну, не знаю, как так сделать. Да. А он звенит даже, когда его ставишь. Да, только я буду ломать их полчаса. Хотя в этом что-то есть. Вообще тут много всего и по крафту, и по предметам. Нет, кстати, немного, если так сравнивать с модами. Там. Ну, блин. А в модах вообще куча целая. Там по страниц 10, может быть, предметов. Если не больше. Пытаюсь сообразить, как что писать. Чуть не понимаю. Наверное, вот так. А есть кирка? Дайте кто-нибудь кирку, которая ломает вот это нормально. А то я ставлю и сломать не могу. Я на крыше тут. Сейчас хотел забабахать. Ага, тут только еще, блин, их сделать еще. Сложно. Угу.
А кто куда дел все, что эфа? Я не знаю. Золото, там это вся дичь, вот это. Медь. 400 железа. Да ты исчезла. Магическим образом, я так понимаю. Ваня 90к подписал. Спасибо за подписку. Почему-то уведомлений сегодня нет, но чат Киберботик пишет. Спасибо. Добро пожаловать. Артсастор тоже с нами. Спасибо за подписочку. Давай это. Кирку. И я. Кирку. Нет, у меня нифига вообще нет. У меня одни блоки. Дерево не ломай. Оно не вырастет. Ставь дерево. Вот она. Вован, пошли. Процесс пошел. Остановить невозможно. Главное не умереть. Опа. Объясни, что за сервер, Илья? Что за тобой? Я вообще не знаю. Обычная ванила, но... Ну, немного модов есть. По типу... Кто показывает, сколько восстанавливает еда... Там понятно. Сколько восстанавливает еда этих еды. Да. Красиво объяснил. Вообще я даже не понял. Нормально, неплохо. Установлены такие моды, которые больше вспомогательные. То есть не влияют на ванилу. Но есть какой-то мод, вообще непонятно, что это. И все. А так все, это ванила обычная. Обычная ванила, все, что мы сказали. А где муск? Да. Вот она без звука.
Не, нормально. Элку продли немножко выше. Так, а какой прям сервер, на котором вы играете? Их тут много. С ванила. Ванила, и там будут 3 или 4 человека. Сколько у нас сейчас? 4, да, осталось. Да, Ким, FFX, я. И там прям будет написано. Но тут игроки есть, и тоже их комнаты. Давай. А куда ты пошел? Че у тебя? За булыжником, чтобы этот платформу построить. Давай. А, платформу, давай. У меня есть много, погоди, давай назад, у меня много. Да я уже взял. Ну, если что, вот здесь валяется. Он сейчас быстренько, он знает, как делать, работает, профессионал. Да, блин, вроде красиво. Никнейм пишем. Пробуем. А-а-а. Тестируем. Хоть что-то полезное успеть сделать. Я что, грязевый снег? Он скидывает еще что-нибудь, пока песенка. Пока эксперты за делом. А ты не забирал, да? Сейчас тогда я буду уже накинуть. Смотровую площадку пока посередине сделаю. Это где-то вот здесь примерно. Дешевые диски против дорогих. Вован, глянем. Сейчас. Смотровая сначала. Так, вас пятеро. Разве? Николаус вышел. А тут еще какой-то. А, кто-то зашел, наверное, да. Ну так бы 6, да. Один вышел только что. Так. Так, не тонем. Да, нас 5 вообще онлайн. Вот любой из этих FFX можешь добавить там. Видим. Илья быстро соображает, какие буквы, как делать, смотри. Только тогда получается. Ну, будет вообще нормально, да? Видно. Ну, нет, нам надо дальше уходить. Под наклоном. Чтобы видно было. Типа где-то слева. Нет, еще левее. А твой любимый сервер какой? Арцдор. Как у тебя ник-то правильно? А то иногда бывает. Так, как-нибудь. Так, вот здесь. Позже на букву. Буква. Хотя бы. Да, отлично. Приплыл. Здорово. Привет. А знаешь, как было бы круто снизу, если землю, и вот там под М продолжить это второе слово. Вот снизу. Тогда было бы четко. Вован? Да. Ну это тогда тебе надо будет в другом месте встать. Там же не будет видно. Правильно сказал, да? Хорошо. А то бывает иногда. Правильно. Так. FX там, наверное, уже дракон в одиночку завалил, пока мы тут. У кого есть перья? Перья нету вообще ничего. Сначала игры как ничего не было, так и нету. Кроме блоков. Нету, ну.
Так, Ким, ты же можешь писать тут... Не-не-не, не ломай это, Илья, полностью. Оставь вот эти блоки, вот этот последний, сломай, стой. Вон там, вот, снизу. Чтобы было ровно, смотри. А, ты хочешь ближе? Типа, эффект? Что тут? Уменьши чуть-чуть пляж. То есть, вот это вот, внизу, что... Ну, давай, сделай как это, ну, у тебя нормально, четко вышло. Может, дабл я одну выше еще сделать или... Нет, не будет смотреться. Можно попробовать. Ну-ка, сейчас пойду сбегаю. Сейчас. Нет, мой будет? Сервер Лориланд. Мы с друзьями играем. А, ты сам сделал сервер? А, Лориланд? Я знаю. А, и он или я знаю. Не, стой. А, погоди. Подожди, ну-ка, стой. У тебя тоже, да, есть? Стой на месте. Ким, погоди. Сейчас, погоди. А давай. Поставь посередине еще один блок вверх. Посередине, да, один тут. Ну, кстати, вот так тоже неплохо. Так интересно. Оставь, да, вот так нормально, так W. А L еще надо... Нет, L нормально. R-ку можно в конце продлить, скорее всего. Потому что нас вмахивает. Если один блок справа поставить, будет красиво. Закругленное. Видосик поработает, если там просто рассказано, как замустрена винда уменьшает скорость загрузки ПК. Может, то, что ты перешел на 11 винду, оказывается, новизна, она не так замустрена, как была, как десятка. Ну, вообще, серверы оставили все данные. У меня даже Майнкрафт остался, его сложно сказать. Ну, вообще, и в играх ощущается, то, что производитель лучше стал. Так, пойдешь? Сейчас, гляну, погоди. Во! Вот так, кстати, тоже не... А ну-ка, ну выше поставь. Блок вот где, R-ка. Выше. Вон там, да, блок ты. Ага, да, ты видишь. Сейчас. Инстасамка. Вован опять в Новый год зашел с инстасамкой. Сейчас, Ким, подожди. Подожди. Не подкуривай. Так что, правильно же было? Или ты хочешь что сделать? Правильно, хорошо, красиво. А сделай на одну побольше ее. Ну, короче, да, ты эксперт лучше. Сейчас посмотрим. Ким, танцуем. Фига себе, Ким начал танцевать, что ваша игра зависла. Давай, Ким. Давай под инстасамку наворачивай. У нас... А, у нас папа. Сейчас, пока он делает... Ай, забуху, получилось. Сейчас. А поставь еще один блок посередине. То есть, не сверху, а снизу. Эрка закругленная тогда будет. Не с этой, дальше. Там не так. Короче, сейчас доделаешь. Под инстасамку у нас даже отдельная комната и вован есть. Где? Где у... Правее, вот где пустое. Выше. Вот этот блок, который сломал, верни. Левее. Еще вот на один. Где вот сейчас пустое у тебя посередине, где плюсик выходит. Ты его, вот ты единственный, который не ставишь блок. Вот, да, вот здесь. Вон отдельная комната. Смотри. Вот здесь первый этаж у нас, вон второй. Николаус поставил. Опять вовремя я смылся. О, кстати, вообще топово. Прям с хаты видно. Во. Это ты снизу, да? Давай, правильно, да, вот так хотел. Отлично, прям вообще с квартиры видно. Вон для инстасанта. Прими это я. Давай еще раз. А, пердун 777. Завис хоть. Нет. Фига себе, ты появился. Ладно.
шестом. Николаус тут. Блин, а так прикольно выглядит. А это что такое за динамитное? Это кто построил FFX устроит? Это кровавый камень. Что он делает? Ничего, просто красиво. По цвету? А, ну да, на фоне Вован. Вован сейчас доделаю. Прям из комнаты это, инстасамки будет видно, ну, вообще четко. Все запланировал, все красиво. А кто это подзорную трубу кто-то делал или где? Где мне взять такую штуку? А из шарика аметистового сделай. Я не умею вообще красить ничего, кто-нибудь... Верну. У нас вон куча. Давай. Я не знаю, что получается. Просто это, издалека хоть посмотрю. А чё мы все в этой комнате сидимся? Вы взевает уже всё, вырубает уже. Надо доделать. А чё? Делать ничего. Нам нужно, чем прежде заходить, составить план действий и идти исследовательно. Чё, у тебя хватает блоков-то? Да, да, хватит. А сделай L-ку на два блока больше, то есть чтобы L-ка была просто для теста L-ка, а то так будет выше. Ну посмотрим, по крайней мере. А труба как ты? Еще раз трубу. Это или вверх? Вверх, вверх, вверх. Ну R-ка, кстати, лучше стала. Не похоже на... Правда, да, нормально. Вон работаем, не покладая рук. Яблочко съедим пока. FFX, запускай конструкцию. Или на один блок ниже. Подожди. L. Не, вот так оставь, вот так пока. Вот так, да. А тоже добавь одну. Одну. А. Мегошник подписал. Спасибо огромное. Четко. То подписки, я думал, сегодня какие-то непонятно. Так, есть перья? Нет. Вообще нету. Я... Вот. Так, сейчас, погоди, тестируем. Тестирация идет. Погоди. Элку сломай на одну. Ашку оставь. А то не соответствует. Это ваш дом. Да только сегодня построили хату эту. Дерево красиво стало. Как оцениваешь? Аркастур. За стрим сегодня навернули. Шестом. Главное, шест есть в доме больше. Ничего нет. Мебель нет, ничего шест. Шест поставил Николаус. Ну, вообще, фига себе, ты там оценку поставил. 10 миллиардов. 10 баллов. Спасибо тебе большое. Вот это только потом временное построить. Так тихо. Это специально? Чё? Плотинобетонная лодка у тебя не угнала. Видимо. Типа вот там это, чтобы не пройти был. Молодцы. Все, FFX не может выпасть. Опять эти существа кривые. Вон доделают, вам все в процессе, все под этим. Отлично. Чуть-чуть осталось, работают профессионалы, все по-высшему, выше. Пойдет так? Отлично, кстати, вообще прям, даже если выйти с этой помещения, я там строил это отдельно, а тут еще круче. Прям ты в грамотном месте сделал, прям. А сломать это не смогут же, да? Блин, вообще топово. По идее смогут, но просто из-за того, что мы приват не ставили, поэтому... Не, слушай, ты вообще отлично поработал. Мне нравится. Я думал, не будет видно, а тут из дома прям выходишь любое окно. Кроме этого, ну тут дерево взросло. Тут как? Ну, тут тоже не видно, тут видно. Вот тут видно. Даже постройка. Так, давай сюда. Давайте это, FFX там это, Илья, ну-ка встаньте, кто делал. Давайте где-нибудь там это... А, нет, стой! Вот кто вот на этом месте? Не вижу ник. Погоди, блин, трубы, подзор нет, нифига не видно. Вот только что, где факел горит. Редстоун там еще есть. Туда встаньте, на площадку, там ближе. Да, вот здесь. Вот, стой.
Давай ты тоже. Надо девочку. Ким, иди вон туда, вон, где все тусуются. Сейчас хорошо это сделаю. Это все, блю. И вот это. Чтобы точно видно было. Ну как бы видно было. Давай, давай, Ким, иди туда. Еще лучше. Че, нам на пол? Во! Крас вообще молодцы. Вован, я снимаю все, все бригады в сборе. Сейчас мы даже вот так сделаем. Вон стоят, группировка. Ким, ФФХ, Пердун, 777, ник вообще легендарный. Илья там тоже тусуется. Редстоун зажигает, что-то хотят, елочку новогоднюю. Вован, Илья тебя отбабахал. Кстати, мы можем бетонную елку сделать и редстоуном ее. Треугольную. Пора заняться. И лампы использовать или что там еще? У нас что-то камни. Это камни. Не, вообще Илья красиво сделал, мне нравится, прям четко по буквам. А у нас золото же есть? Вот здесь что-то накосячил с чел-то буквы. Илья, пора исправить косяк. Косяк нашли. Какой? Почему там вниз? Нет. Вован повыше мы делаем. Там неудобно было. Давай, давай, один блок доделываем, все вообще красиво. Вниз, он последний. Наша игра опять провисла. Можно вообще в креатив зайти, побаловаться, что-нибудь построить. И ждем исправления. Вообще, все, все, вот этот правый один удали. Не-не, верни, вот этот блок верхний, красивый был. И нет. По-высшему, по-высшему. Тут все без ошибок. Все, вот одинаковые буквы. Нет. Ладно, но было красивее. Там дырка такая. Ну как было, изначально только один блок надо было наверх поставить, и все было четко. А там что горит? Да-да, вот, во-во, вот так, ага, отлично. Да и вторую букву я сейчас такую же. Сейчас Вован все исправит. Вторую букву тоже. Ну ты трубу сделал, конечно, вообще-то. Ким, надо тебе выплату сделать. Не прохлаждался. А чё у нас на крыше аметист стоит? Ким, за трубу там тебе отдельно 30 тысяч, давай нафармим. На крыше пару стаков аметиста кто-то поставил. Ну за яблочко ничего не дадим, вот. Просто яблок съедим. А чё эти фишки-то у бота дают, я так и не понял. На них же вроде даже ничего заказать нельзя. Там можно всякие звуковые приколы. На вайты? На вайты все можно заказать. На вайты чё хочешь, можно вот эти звуковые. Заказ музыки. Рулетка тоже основная. Да, Вован, сейчас поближе скриншотик еще сделаем для памяти. Скину куда-нибудь в чат. Ким, встань вот здесь где-нибудь. Вот здесь, вот так стану. Вот здесь, на углу. Да погоди ты с морковкой, погоди ты с морковкой, подожди, подожди. Стойте, стойте, смотрите, давайте, сейчас. Сейчас я встану. Вот рядом со мной вставайте. Нет, надо вот здесь нижний ярус сделать, сейчас. Вот так, да, да, вот да. Здесь, вот так. Сейчас, во, да ну как-нибудь, да, так, чтобы видно было в кадре. Во-во-во-во-во. Вот этот верхний сломай потом. Да-да, во-во-во, отлично. Его. Ты прям, как я подумал, тоже. Не, все, не ломай, не ломай. Чуть-чуть. Только не, встань вот дальше. Все встанем. Встань. Кто там на лодке? Вот можешь на лодке остаться красиво тоже смотрится. Ким, оставайся там. Сейчас зайти на демонстрацию, я покажу, как это выглядит у меня. То, что я хочу. Ча, погоди, блин. Что, встанем в ряд? Вот. Вован, спасибо тебе, спасибо, Вован, с Новым годом. Спасибо, сыграно. Так, ПФХ что-то смотровую площадку делает.
Зайди на демонстрацию, я включил то, что. Ким, как делать мы, приват? Мы тогда сможем все вместе стоять и вот тут скриншот сделать. А, все вместе, у тебя камера там стоит? Да, давай, 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 вообще отлично, сейчас я понял. А чё я у меня, это... я даже свой костюм не видел, я выгляжу нормально, адекватно, подходящий под такой легендарный момент. Всех, тут у всех одинаковый скин. Какой одинаковый скин? Николаус менял. У ты всех можешь, разный. Сейчас ты можешь видеть. Ты сейчас видишь на демонстрации. Погоди, а на демонстрации. Ты вот рядом со мной ну стоишь. Да, ну разные. Я не... Вот какой скин. Да не, нормально, нормально, нормально. Так... Что там на лодке они решили остаться или что? Ну-ка. Видимо, да. Там их ники не видно, кстати. Ой, сидят приколисты, блин. К одну на. Они могут вот, смотри. Внизу вот справа от меня могут на лодке просто там встать. Только им надо лодку сначала сломать, проплыть. Чё здесь они показывают? Чтобы видно было. Ну давай, как ты это сказал, сейчас это встанем. Нормально так место. Эй, бригад, подплывите, пока смотри, Титаник не заиграл. О, кадну. Ты можешь с FX-ом, а ну, столько морковки и столько лута сделали. Конечно, неудивительно, что они к одну идут. Давай, ждем. Красивый скриншот будет. Давай, подойдите сюда, все сделаем скриншотик и может пока остановиться. Смотри, в следующий раз. Вот, вот здесь и вот. На лодке встать? На лодке. Ну да, чтобы вот это разнообразить, да, ты правильно говоришь. А то мы втроем просто будем стоять, и они там сядут и все. Сейчас. Картинку. Наклони еще это, как первый раз было у тебя демонстрация, чтобы красиво было. Да, вот. Не, как ты первый раз делал. А поближе нельзя делать? Ну, так тоже нормально. Не, ну просто смотри, чтобы наши ники не закрывали надписи. Я об этом. Сделай площадку вот из этого чуть-чуть вот сюда, смотри. Чтобы вот этой фигни не было видно. Digital список, я там сам делаю. Нифига себе, нифига. Нифига себе, там PPX работает быстро. Сейчас. Все, эти подплывают. Сейчас это смотровую. Блин, красиво. Ну это PPX. Ну и сверху корон не хватает тоже. Ну там аметист надо поставить. Эти там фигачат. Да. Они там катаются. А вы этот встанете? Давай Илья командуй, да, короче, парадом. Ой, а чё так телепатировал всё? Встаньте на одном месте. Ну, чтобы видно было вас. Хорошо. Что? Где? В ту сторону, в левую, чтобы площадка была больше. Я твой экран сейчас посмотрю. Ну, чтобы мы дальше были, понял? Или не получится? Ну да, да, вот так можешь делать. Тогда на одну продолжи до конца. И вот так... Не толкай меня, вот так, не толкай. Стой, не толкай. Ну-ка, снизу стой. Погоди, а снизу стой. Сверху тогда был блоки красные. Как ты внизу, 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 вот здесь... Сейчас, повернись. Я тогда встану. Вот, смотри. Вот так вот пойдет. А снизу ты... Ну, а сейчас просто упади, пернул, скинь его вниз. Давай, 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 толкай его. Не, он не скинет. Ну, упади вниз, чтобы это у тебя как бы над крышей было. Ну-ка, вот так, да, упади. Вот здесь. Вот на этот блок стань. Выше, 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 выше. Вот на этот. Блин, как ты сейчас... Вот так вот, иди выше, дальше вперед. Еще, еще. Иди, иди. Не... И теперь камеру вниз опусти. Как?
Не совсем. Ну как, короче, ладно, давай, Илья, быстро доделаю, как хочешь, и мы сфоткаемся. Ты знаешь, ты правильно думаешь. А то мы тут до утра уже. Зайдем еще как-нибудь, пока не удаляю. Тут это, дело в том, что надо придумать, что делать, а то мы, по сути, ничего не сделаем. Смотри, я могу предложить другое. Не, давай один раз это, сфоткаем, как было, тоже нормально. Или что ты хочешь делать? Пердун там хлебушек положил. На могилу? На трончик. А чё всё редстоуном? Типа красиво? Это как это, как изолента? Всё изолента. Давайте уже темнее. А, кстати, факел есть? Есть факел. Дай мне факел. У меня 6 купило всего. Мало. Можно было сейчас ночь наступит. Типа буквы как-нибудь подсветки. Ну вот так тоже красиво. Фиолетовым светится. Вот смотри по демонстрации сейчас. Давай. Только тебе чуть-чуть левее надо, чтобы не перекрывать правую нижнюю букву. Чуть-чуть левее. То есть, чтобы круче было. Да, вот как-нибудь так сейчас. Во-во, отлично, ты можешь даже присесть, ну или стоять, как блоки. А дай еще каждому по блоку в руках, такой красивый. Бетон забетонировать. Разбирайте. Возьмите вот один блок. Кто... О, блин, я все забрал. Скинем еще. Вот так вот постоите. Вставайте с левой стороны. Ага, и я сейчас вот здесь сделаю еще. Вот тут. Ну просто минус, я могу, чтобы ники было видно, а могу без ников. Вот ну так. Сделай так и так, сделай, а там мы глянем. И с никами, и без никами. Сейчас вот эти два сломаю. Только вы встаньте и все. Да, сейчас вот эти два я там смотрю, так круче смотрится. Еще фиг допрыгнешь до сюда. Ну-ка, бригада, двигаемся. Давайте. Вы там под демонстрацией можете смотреть, как встать вам лучше. Ну вообще без ников будет лучше. FFX, ну-ка, присядь-ка на пару секунд. Ну, и чуть-чуть левее к Илье. Да не, разные все, нормально. Ближе, вот так вот, стоп. Кто там это? Ким, ты? Ким. Там еще. Ким! Просыпаемся. Вот это... Ты тоже вставай. Сейчас. Факелы только что были, морковка. Поверни... Так, Ким, повернись. Так, Пердун, Ник, тоже как-нибудь вставай. Только дальше это, не с той стороны, а в другую сторону, наоборот. А то там это... Да. Вот так это убираем. Ким, все, во-во, отлично. Стоять, все четко. Пердун две буквы закрывает. Сейчас посмотрю, погоди. А мы, кстати, на одно лицо. Так. Пердун, это, давай это, в другую сторону, там вообще это и все это. Да, там не видно нифига. Digital person, подойди. С той стороны встань. Просто. Нам надо разнообразить картинку, а тут три персонажа одинаково близко стоят. Чуть-чуть туда, давай, вот сюда. FFX и Илья, стойте на месте. Ким, поменяйся. Пердун, иди сюда. Влево. Наоборот, в другую сторону. Вот сюда. Где я стою? Вот здесь. Не, он, кстати, вон там. Если присядет, то хорошо будет. Я не вижу еще. Не, вот так, вот так четко. А все, ушел? Ну, он куда-то прыгал. А, он прыгает. Давай вот дальше. В конце вставай. Сейчас я еще левее подвинусь, тогда будет это разнообразие.
Со мной местами поменяйся, и вообще топчик будет. Сейчас со мной местами. Так, сейчас главное не закрыть. Вот я сюда, а ты ближе к ним. Тогда получится это. Разные. Я его уронил чуть-чуть. Всё. Уже ночь там. 15 суток прошло уже, пока тут фоткались. Сейчас, пока это закончим. День давай, давай чуть ближе, 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 ближе. Сейчас фантом отпилит, пока вот отмоститесь. Сейчас я посмотрю. Чё за палочка у меня стоит? Без ников. Это ну, вот, с никами сфоткать, да, да, и потом с никами. Я, кстати, вниз смотрю, почему-то. Давай, давай, нормально, нормально. Подожди, а пусть Пиодун зайдет в Дискорд. Как-нибудь там. Зачем? Чтобы он тоже посмотрел, как это все выглядит. Да не, нормально, что-то это. Ну, видно. А, ну ладно. Сейчас вот так все. Вот так назад, назад чуть. Давай, давай, давай. Вот. Во-во, стой. Теперь ники убери. А то не видно. Во-во, давай сделай скриншотик. Вот так вот, отлично. Сделал. Ну и с никнеймами оставь. На всякий случай. Класс, не, прикольно да, получилось. Вот он так. Да, вот с никнеймом. Да, да, давай так. Пойдет? И еще раз, чтобы без скриншота, сделай без ников, да, и скидывай, и пока сегодня все. Там что-нибудь придумаем, забабахаем потом. Спасибо. Я могу вот это. Кое-что другое. Есть север, там, где много людей, по идее, должно быть. Ну, достаточно. И там, как бы, свои города ты создать. Создаешь. Ну ты сделал, покажи это, все, готово, да? Давайте тогда выйдем пока. Да, сейчас скину. Красавчик, отыграл. Вспомнил тоже Майнкрафт, я вообще не знаю, что делать. Нормально. Это оставим. Ну да, пока все. Мы, по сути, ничего не делаем. Больше постройками. Да, я строю в небо палку. Давай. Можно будет поджечь, она будет гореть. Снизу? Снизу вверх поджечь, она будет гореть потихоньку. Давай, Илья, подожди. Посмотрим на этот факел последний. Сейчас. Четко. Потом скину. Чуть-чуть переделаем. А я же скриншоты делал именно в самой игре, поэтому там не будет этих всяких сверху надписей. Она уже почти в один пиксель превратилась. Все.